Приветствую вас. Вы пишете, что вы смеетесь, краснеете и не уверены в себе. Понимаете, такая реакция, такое поведение чаще всего происходит, когда человек пытается немножечко быть не тем, кто он есть. То есть, когда человек пытается больше, ну, обрадовать чьи-то надежды, чьи-то ожидания. Вот я хотел бы вас спросить, соответственно. Вот нет такого, что вы хотите там, допустим, вы хотите, не знаю, к примеру, кого-то радовать кого-то из своих там, например, близких людей. Радовать кого-то из своих, ну, вообще родных, вот. Вот нет у вас такого, например, потому что если есть, то это вот тот самый такой, грубо говоря, триггер, вот такой пусковой механизм, который вам как раз таки мешает вот действовать той позиции, которую, ну, вы вот хотели бы. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. На этом все. Подумайте обязательно о том, о чем я поднял тему. Я надеюсь, что вам это будет полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Надеюсь, что пищу для размышлений я вам дал. Вот. И, соответственно, это будет ключевой момент. Вот. Такая вот история. То есть вам сейчас нужно понять, кем вы пытаетесь быть. На этом все. Удачи вам всего самого доброго и удачи вам.